Его звала я дедом, он меня то Аннушкой, но чаще кукушонком. Пришел с победой, не рождалась я, приставился, была еще ребенком. Мы мало говорили о войне. Да, он герой, но и ему хотелось изжить, забыть, оставить в страшном сне, что мясорубкой в памяти вертелось. Летела пуля, в сердце аккурат. Только упругий молодой орешник стал на пути, и не убит солдат. Тяжелый в госпиталь доставлен спешно. Достали пулю, наложили швы. Вокруг война, и полк уходит дальше. Иван себя почувствовал живым, сбежал на фронт, ведь там воюют наши. Таков мой дед, он признанный герой. От государства жигули и орден. После всего вернулся в жизни строй, и Путин до конца достойно пройден. Куплены кровью мир и благодать. Роятся в вузах праздные студенты. Я на ИНЯС решила поступать. Там отучилась, яркие моменты. От одного из них бросает в дрожь. Приехали к нам как-то иностранцы. Француз, канадец, вежлив, всем хорош. Сказал, мол, выиграли войну американцы. Вот тут меня прошиб холодный пот. Отчетливо увидела я деда. Хоть здесь, хоть за границей, весь народ обязан знать, кем вырвана победа.